Ай, жуки какие-то под... А, это шишка! А я думаю, что мне так давит в попу? Всем привет, чувачки, с вами Милл Скейл и... Алекс Лауд, йоу! И сегодня мы записываем челлендж песни по алфавиту. Поехали! В общем, смотрите, ребят, я сейчас буду назвать какую-то букву из алфавита, а Антон в свое время должен вспомнить песню, текст которой начинается на эту букву, которую я ему скажу. Давай на цифа, кто первый. Юзефа, Юзефа. П. Буква П. У меня есть 10 секунд. Последняя песня. Крида, Крида, это... Ладно, нет. Сейчас вообще ничего не лезет в голову. Честно, я тоже думаю на букву П. Помоги мне. Считается. Вот это вот. Теперь я называю букву. Буква твердый знак. Нет такой буквы. А знаешь, почему я вспомнил твердый знак? Передо мной есть алфавит. Ладно. Подожди, а... Не, ну а твердый есть знак нет в песне, чувак. Не парься. У тебя ничего не получится. Давай, буква Т. Время пошло. Тик-так, ты стоишь в двух шагах. Тик-так. Эдвард. Какой? От Эва. От Эва? Да, у него песня «Тик-так». Я не знаю, что я вспомнил. Кого ты слушаешь, братан? Видос окончи. Давай, теперь ты называй мне букву. С. С. Самба белого мотылька. Пришла очередь Алекса Лауда. Итак, буква Х. Время пошло. Я сейчас вообще... Чего? А? Я не знаю, честно. Вообще никакой песни на букву Х. Ну ладно, на самом деле 10 секунд уже прошло, а если так вспомнить песню на букву Х... Как ты знаешь песню на букву Х? Какую? Подожди. Я на самом деле на букву Х у меня песня пришла в голову, вот это вот, знаешь, а... Хочу с тобой. Я же знаю. Я бы тебя. Я же знаю, какие глаза. Нет, не оставишь. Давай, так как ты не придумал песню на букву Х, я тебе дам другую букву. Буква В. Стартуй. Время пошло. Вите надо выйти. Такой вариант канает. Г. Буква Г. Где же ты, моя Ацулико? Грузинская такая песня. Сердце без тебя нелегко. А вы, в свою очередь, напишите в комментарии свою версию песни на эту букву. Фу! Фу! Чувак! Выкинь её! Чувак, у меня на телефон приземлилась только что жучара, который какает. У меня теперь весь экран в какашках. Да, теперь я задаю букву. Антоша, хочу услышать песню на букву М. Можно все. Поехали, называй букву. Р. Буква Р. Ранетки, мы ранетки, мы ранетки. Давай, следующая буква. Буква Ш. Ну давай попробуем. Ша-ла-ла-ла-ла. Ну почти. Так, теперь ты. Буковка К. Буква К. Изи. Изи. Куда уходит детство? Так, ну и давай тогда... Ой, я что-то себя по своей коленке ударил, хотя я привык уже по твоей. Так, Антоша. Давай, последняя буква на сегодня. И это будет буква Д. Время пошло. Чего? Я не знаю. У меня в голову дружко. Дюна. Ну, это ж не песня. Дюна. Дюна. Не, мне пришла в голову это, Тимати. Давай, до свидания. А у него Тимати приходила, но что-то... Тупанул. Ну реально, давай еще какую-то песню на букву Д, если вспомнить. Добрый день, я олень. Нет, это не песня, это какая-то дичь. У меня опять же группа просто лезет. ДДТ, там, Дюна. Дима Билана, канает. Дай мне сил. Давай. Я. Я готов. На букву Я? Да. Яхта. Парус. А в этом мире. Я устала, ла-ла-ла. Больше не звони. Ладно, чувачки, но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подписываемся на канал. Вот этот кружочек. С вами был Милл Скейл и Алекс Лауд. Продолжение ролика есть на канале у Сани. Ссылка на канал Саши есть в описании. Всем удачи, всем пока. Чао, бомбина. Пока-пока. Пока.